на пункте дистанционного управления. То есть отсюда управляется, значит, весь процесс производства серной кислоты при утилизации металлургических газов. Там вот на стеночке у нас находится система автоматизированного управления цехом. Значит, она отвечает практически за все параметры этого цеха. Их контролирует, регулирует, значит, регистрирует в том числе. Значит, ну и за системой у нас следят операторы, помогают им правильно работать, ну и 100% утилизировать металлургические газы. Значит, задача цеха – это полностью, значит, переработать все металлургические газы, в том числе ЧИПВ-1, ЧИПВ-2, конвертер металлургического цеха. То есть мы с этой задачей, значит, отлично справляемся. Значит, если вдаться в историю цеха, то цех был запущен 25 октября 2009 года. Значит, с этих пор, значит, цех не раз, так скажем, претерпевал какие-то изменения, то есть проходил непрерывный процесс модернизации производства, в том числе, значит, были, у нас неоднократно проведены работы по модернизации участка, удаления ртути. По сравнению со старым цехом, если его сравнивать, то старый цех работал 45 лет, значит, был практически физически изношенный цех, правильно устаревшее оборудование, которое могло обеспечить должную переработку металлургических газов. Новый цех обеспечит переработку, значит, в отличие от старого сернокислотного цеха, ну, примерно, так скажем, в 10 раз лучше. То есть, если сравнивать с этим конверсией старого сернокислотного, то это было 97,5%, здесь 99,8%. То есть получается, что старого цеха 2,5% газа, значит, не было утилизировано, здесь сегодня большая доля, значит, 0,2% примерно получается в принципе. Значит, тем самым мы достигаем, значит, современных нормативов образов, которые сейчас нам установлены, мы обеспечиваем производство серной кислоты, улучшенных сортов.